Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем смотреть с вами Dota Pit, и у нас первый матч LGD. Только что вот Адекват вам в ролике замечательном совершенно рассказывал о том, что это за команда и почему она здесь и сейчас. Смотреть мы будем их выступление против не менее именитого состава в виде Vichy Gaming, а комментировать будет это все дело Crystal May вместе со Стом. Сори, что у меня немножко посевший голос, простудился под кондеями, сами понимаете. Здорово, Димас. Здорово, здорово. Вот это да, все простужаются под кондеями. Как такое происходит? Как такое возможно, да? Ну, у меня просто кондей дома, он на 16 градусов стоит уже как месяца 3, и ни разу не простудился, вообще не понимаю, как это возможно. Ладно. Ну, видишь, тебе повезло немножко больше, чем нам, простым смертным, вот, и отправляемся, наверное, к драфтам, там вовсю идет стадия, и знаете что? Я уверен, что вы очень рады будете увидеть Пуджа здесь, в этом пике, потому что, ну, во-первых, это LGD, во-вторых, это Пудж. И это, конечно, нереально круто. Я уже жду. Генерал совсем недавно, кстати, на своем стриме говорил о том, что бучка очень хороша сейчас, что она многофункциональна, интересна, и именно на позиции 3 она лучше всего себя показывает, по его мнению. Как по-твоему, на какую здесь она, в принципе, возможно, в Китае? Ну, на мой взгляд, нужно обязательно варьировать так, чтобы Патч имел хороший старт, потому что, по сути, это герой сноубола. Если он берет крит-массу, если он начинает зарабатывать фраги, у него становится все больше и больше силы, и он может пойти вперед и жить, это замечательный герой. Но бывает и наоборот, да, бывает так, что Буччи душит с нулевой, он постоянно умирает первым, в этом случае Буччи превращается в такого милишника, который не особо-то и полезен, поэтому нужна хорошая линия. Самое важное — это иметь хорошую линию. Это правда, это правда. Посмотрим, что будут ставить против него Вичи. Да. И поэтому, например, если бы я видел Пуджеда, и вообще вот я сейчас, например, вижу пик LGD, первое, что приходит мне в голову, это, например, Джиггернаут, который просто начинает крутиться, он игнорирует рот. Найк, слово, который всегда был очень хорош против миличников. Если в целом рассматривать драфт LGD, то Вивер будет прекрасен и против Паджика, и против Герокоптера, где он очень легко уклоняется от большинства урона, поэтому я считаю, что у Vichy Gaming сейчас есть хороший шанс прийти в легкую и развалить этого Пуджа. Согласен, согласен. Что касается LGD, я так понимаю, что, скорее всего, это не пост 3, а пост 4, потому что, ну, вполне вероятно, зная XingQ и его кайф от того, чтобы играть на недефолтных четверках, то есть Ember Spirit четверка, Клинкс четверка, еще что-то я там от него регулярно видел. В общем, чел отличается именно тем, что очень-очень много интересных различных героев показывает на пост 4. Наверное, один из самых, в принципе, разноплановых четверок Китая, возможно, вообще всего мира. Вот, и очень-очень крутой молодой человек. Рик тем временем это... Ну, я не знаю, мне очень обидно, что Адекват не комментирует эту карту. Потому что мало того, что играют его любимые LGD, так еще и любимые Рики влетают в пик. Вот, так что обидно за него. Пока более-менее. Вот помнишь, мы с тобой недавно комментировали карточку, где был Тиммер? И его в пятером не могли убить. Да, да. Ну вот Рики, у него с этим делом попроще, урон он вписывает достаточно, особенно если бьет по спинке, и у него есть сайленс. Сайленс очень неприятен, потому что этот сайленс очень сложно задоджить тиулом. Ну, говорят, ты, да, подлетаешь, приземляешься, а эта тучка все равно висит. При этом БКБ от Тиммера собирать не любят. Ну, там и форстап они тоже не особо любят собирать. Да. Поэтому вот конкретно в этом плане Рики смотрится более-менее. Потому что можно, просто кинуть тучку, убить оставшихся. Б, просто кинуть тучку. Если у Тиммера нет стаков, то развалить по-быстрому. Остается понять вообще, кто такой здесь Герокоптер и кто такой здесь Рики. Потому что они оба претендуют на первую позицию. Но, видимо, возможно, медовый Герокоптер будет, да, какой-то, который будет на разгон с магическим дамеджем Рики с сейфлейна. Против Тимберсо поставит. Потому что, ну, понятно, что Герокоптер не очень так стоит против Тимбера. Магнус тем временем, четвертым пиком, что-то более-менее дефолтное, да, то есть китайцы, в отличие от Европы и особенно СНГ, Китай не забыл про Магнуса, который был очень-очень крут на мейджорах, как мы помним, да, на ланах его пикали очень-очень много, вот, но Китай все еще любит этого героя, Китай все еще его берет. При этом всем, кстати, тенденция бана Шаду Демона сохраняется и в этом регионе тоже. Конечно, конечно. Я вот еще добавил, что вот Магнус, вот он появляется, но есть хороший момент для LGD, что у них сейчас есть два бана, и по сути они будут убирать всех героев, которые хорошо стакаются с Магнусом, и потенциально всех героев, опять же, которые хороши против Герокоптера и Пуджа. Например, вот Джиггернаут,
как и Найкс, он, по сути, обладает тем же аватаром, что позволяет ему беспрепятственно перемещаться по драке и наносить большое количество урона. И при этом Джиггернаут прекрасно стакается с Эмпауэр. Вообще, одна из лучших синергий в доте — это вот Джиггернаут и Фантомка, да? То есть ДМРП, и там либо сумнислэш, либо скритули. И здесь, конечно же, LGD большие молодцы, что убрали сразу вот это грамотно. Вообще, знаешь, я вот помню, когда этот Магнус начинал вот свой путь, а там, на самом деле, было много стадий, когда он там появлялся, уходил, и почти всегда команды старались брать третьим и четвертым пиком, например, Магнуса и Фантомку, или Магнуса и Джаггера, так, чтобы потом нельзя было забанить. У нас был целый чемпионат Магнуса и Фантомки, Мегафон назывался в Москве, такой небольшой лан был с Секретами, с Нави и другими командами. Куроки, по-моему, тоже приезжал. Так, Штормило и ластпиком Виверна. Это все еще, вот реально здесь ощущение, что LGD набор четверок, из которых можно выбрать на любую позицию, что хочешь. И конкретно Nothing to Say будет играть на Рике, FaveBian на Виверне, XingQ на Худвинке, Ами Патч и Югерокоптер. Нормально, да? Это Керри Пуч? Я правильно сейчас понимаю все? Ну да, сейчас глянем. Ну да, ну то есть это Ами, ну, слушай, у Паджика потенциально будет хороший старт, хотя на самом деле там будет Тимбер на линии, и вот он неприятен. Но учитывая, что там будет два миличника, это Тимбер и... А на самом деле, знаешь, надо подумать, я вот думаю. Вообще, я бы хотел найти Гримстроком Пуджа, потому что Гримстрок очень хорош против Пуджа. Возможно. Я понимаю, что там можно поставить дефолтную линию, но в идеале тот парень сделать как? Это, допустим, Шторм плюс Никс на одной из линий. На самом деле, небольшой любитель Шторма в легкой. И при этом Тимбер, Гримсток на другой линии. Вот так вот линии было поставить вообще идеально. Смотрели мы только что на коэффициенты от прематча. Тут у нас 1.75 на LGD против 2.01 на Avicii Gaming. Опять же, напоминаю то, что можете класснуть по трансляции на Bonrock, получить себе бонус. А у нас тут, да, вот интереснейшие совершенно раздрафты. Посмотрим, на самом деле, кто куда чего. Но, видимо, реально Рики Мидл пуш сейф лейн. Но, может быть, я что-то не так понимаю. И парни по-другому разберутся совершенно по лайнам. Сейчас, ну, вот. Драфты, слушай, мне уже нравится Китай. Первый матч, я уже доволен, потому я что здесь уже столько героев, которых я вообще не видел за последний месяц. У нас очень мало было... Ну, ладно, Рики Пуч, там понятно, что это супер такая тема, но даже Шторма мы довольно-таки не так много видели, ну, то есть в том же самом D2CL у нас намного больше паков и Лин. Кстати, замечу, что Лина вышла, точнее, не была забанена в первой стадии, не была пикнута в первой стадии, не была забанена во второй. Ну, короче, Лину, на Лину здесь немножко забили, там, по-моему, она где-то в самом конце банов появилась. И все. Ну, LGD пытаются удивлять нас, это первое. Второе, я думаю, что это прикольно для них с точки зрения того, что команда понимает, что этот турнир, наверное, не самый важный для них, да, там до инта, в принципе, ничего самого интересного и важного не будет, но экспериментировать и тренироваться на разных героях — это очень-очень важно. Это, в принципе, вот эта тема с рандом драфтом, который они в паблике играют в больших объемах. У меня все еще очень грустно, реально, что адекват не прокомментирует этот матч, просто по той причине, что я уверен, что был бы супер доволен что-то подобное посмотреть. Умеешь это поднять настроение, задать тему. Я сейчас адекватно напишу. Я сейчас я это. Да, да, да. Что ты сидишь, тут рыдаешь. Ай. Со слезами на глазах. Так, в общем, у нас Шторм в миде. Магнус легкой. Небольшой фанат Магнуса легкой, если честно, просто потому что. Ну, вот он круто сочетается с ботлом и классно тусит, например, в том же миде. Иногда очень классно на саппорт позиции, где он просто бегает и пауэр кидает, так как. Например, в миде, да, он забирает руны, пропушивая линию, фармит лес, у него всегда очень много. А вот в легкой не сказать, что у него там есть какие-то баунти руны, которые можно забрать, да и стаки не всегда получается брать, например, если какой-нибудь там агрессивный саппорт рядом, поэтому Магнус — это что-то странное. В этом плане мне тот же Паджик на легкой нравится в разы больше. Солидарен. При этом всем, кстати, на стороне Вичи Гейминг нет такого ярко выраженного классического, да, лайтового ловкача, которого мы привыкли видеть... Да, кстати, вот в ответ на то, что я адекватно написал по поводу Пуджа на Керри и Рики Мидл, он сказал, они страдали тем же самым на Элиге и вылетели. Ну, ладно, хорошо, будем ожидать чего-то подобного. Сейчас будет хук Пуджа, полетело, все это дело на Тимбера, Тимбер вкачивает первый, и из-за этого, скорее всего, еще умрет. Да? Да. Он умрет? Кого-то забрать получится, нет? Герыч, например, нет? Не уйдет. И может шторма еще смотреть, шторма лупим. Пошел. Хук через еще две. Удар. Одна. Под связочку. Хукецкий минус два.
уже для Пуджа, и да, гирокоптера разменяли, но это вообще не важно. Он саппорт, ему можно. Легкая, легкая для Пуджа. Короче, Тиммер мог качать первую. Не, он мог качать вторую, и просто уйти, мог качать третью. И тогда бы он дальше впитывал, а он качал первую, то, что вот гарантировало его отлет в таверну. Да, да. Ну, прикольно, что я могу сказать. Тем временем на миде у нас будет Шторм против Рики. Я такой матчап не видел уже миллиард лет. Не знаю, рабочий он или не рабочий. Насколько Рики, в принципе, здесь будет легко, потому что у противника там много берста, ловка чейс, тесты мало хп. Ага, у нас минус Никс, окей. Ну, больше решает реген, то есть на такой стадии решает броня, потому что я постоянно бью с руки реген, а у Рикимара его много, его 4-5, поэтому здесь... ну, он просто будет стоять, добивать топориком всех крипчиков, а Шторм будет забирать руны и регулярно заставлять его приносить разные хилки, поэтому... Рики, он вообще почти на любой линии стоит, вопрос вот в том, что он будет делать, так как если он стоит на легкой позиции, то он такая единичка, от которой многого не ждут, пока он там не купит себе что-нибудь там... Да, в идеале там один айтем, и тогда уже можно карать. То вот в миде обычно мидеры начинают игру пораньше. Они там уже, например, вот представь, Рики подбирает, да, там хосту. Или там, не знаю, руну волшебства, и что он с ним будет делать? Вот сразу вопрос. Да не очень понятно, это правда. Да, потому что какой-то Шторм, например, ему одна, вторая, третья руна заходит просто сногсшибательно. Он, например, может сразу полететь на другие линии, у него имеется нюки, а Рики он такой более жадный, поэтому здесь понятно... Вот, короче, здесь вот Шторму получше. Все портит Магнус, не знаю, вот заменяешь Магнуса на любого кора, вот называешь любого кора в доте сейчас метового, ставишь его на легкую линию вместо Магнуса и пик вичи, гейминг огонь. А Магнус, он здесь немножечко лишний. Возможно, возможно. Ну, я говорю, да, и правда у нас нет вот этого классического керри, которого мы привыкли видеть на стороне вичи гейминг, и в лейте это здесь даже непонятно. Чья возьмет? Штормила, конечно, неплох, но конкретно вроде того же самого Пуджа ничего особо не делает. Димас, понятное дело, что в суперлайте всех бьет паджик с 10к хп. Хорошо. Это хорошо. Же очевидно. Вопрос, сможет ли он их набрать. Ну да. Ну, посты виверна, кстати, на самом деле тоже интересная штука. Мы очень много видели саппортивных виверн, но сейчас мы увидим именно троечку. Это герой, который должен здесь разгоняться. Кстати, да, рейнджевая виверна, друзья, с квиллинг блейдом. Коммунизация происходит и здесь. Как всегда. Вот, ну, не знаю, есть ли какая-то вообще линия, которая будет самая здесь интенсивная и веселая? Наверное, с Пуджом, скорее всего. Да, сейчас начинает Пуджом, творить. Потому что здесь контакт. Здесь гирокоптер у него довольно-таки маленький рейндж, поэтому он постоянно находится на острие атаки. Тиммер постоянно с Паджиком, они тут бегают, размениваются по хп. И где-то вот, наверное, на третьем левеле, когда у Паджика будет хук второго левела, а там, напомню, очень много урона, 220, причем чистого, можно реально развалить либо Тиммера, либо Ник Ассасина, если тебе поставится. Ну да. Но с другой стороны, у Тимбера как только начнется качка через первый, да, там довольно много урона будет наносить Пуджу. Ибо он силовик все-таки. Посмотрим, как они отстоят. На миде тем временем продолжается веселье для Шторм Спирита. Nothing to say перефармливает его на один крип, но по факту стоим чилим все одинаково. Мне здесь забагал красный свет, походу. Ну смотри, реген заканчивается. Вот он как бы... Тут нужно унести еще тангусики, фласку. Вообще нужно унести очень много регена, потому что против Шторма сложно. Он будет постоянно спамить ремнанты, при этом пушит линии. И вот Рики, он даже если будет забирать баунти руны, ну точнее не баунти руны, а руну воды, и потом вот баунти руны, они ему дадут немного, потому что он не любит брать бодл, да? А Шторм он что, пошел забрал руну, поспамил, забрал руну, поспамил, и так 24/7. Так и есть. На топе у нас тоже чил, потому что никто особо друг друга убить не может. Хотя вот Пайо, конечно, серьезно Харас, проседает. Харас, есть, да, но здесь Магнус, у него есть скьювер, и... Ну, тут только разве что Магнус сам ошибется и просто подставится, потому что на скьювере он уезжает в любом случае. Интересно, что даже керри Магнус, да, вот в дефолте у нас так раскачиваются тройки с шоквейва, но даже керри Магнус качается здесь без эмпауэра пока что, хотя мне кажется, что это довольно неплохой спелл на разгон, впоследствии можно быстро уйти в лес, там, расфармиться по-плотному. А, он хочет воевать. А он хочет быть активным, да. Шипейлами. Ну, я не если знаю. Если он реально будет попадать по двоим, то более-менее. Но вот тут проблема, что два стрелка, вот минус, да, и два стрелка, они просто... Ой-ой-ой, под куком Ами там просто разваливают Пиваева. Третий левел. Все, паджик пошел. Old Eleven тоже привет. Отличайший, это Пуджа, очевидно, да, сколько у него уже? Четыре фрага. Старт хороший.
очень скоро будут быстрые фейзики, и вот он, тот самый паджик, который на этой линии реально с хуком карает, потому что Тиммер у нас еще не успевает набрать стаки, тут еще и этого убивает, товарищ. Так вот, вот он, ой, Боунтосик, посмотри, что творит у нас. Шо, вот шо. Он. Вот он. Кэрри. Который дерется и сражается, и Лэйти всем объясняет. Угу. Худак, я так понимаю, да, он будет собирать? Причем он решил себе кольцо регена взять до фейзов, до окончательного, точнее, сборки фейзов. Это удобный момент, да, то есть вот он что сделал фраги, у него там что-то хпшки не хватает, а быстренько берем колечко, стоим дальше. И вот, на мой взгляд, Никс на этой линии лишний, потому что вот он не лучший герой против Пуджа, будем честны, он не самый лучший герой против Герокоптера, который его просто будет разваливать через бараж, поэтому Никс Ассасину бы там пойти бы очекать руны, возможно, постакать для Шторма там или для Магнуса, или вообще пойти вверх помочь, но вот снизу он явно... Ну, мы понимаем то, что Никс, в принципе, да, довольно слабый герой на линии, и нет линий, на которых он бы прям очень сильно помогал своему хардлейнеру, поэтому под него очень удобно брать таких, как Тимберсо, которые очень-очень самостоятельно, да, автономно могут фармить уже там с 3-4 левела, и ты, соответственно, начинаешь гангать. Как раз таки PYF прилетал на мидл, забузил бутылку для шторма, сверху еще и похарасил Рики, прилетел обратно на ботом. Ну и ждем, когда PYF уже начнет двигаться, он тоже прекрасно понимает то, что он здесь не очень состоятелен. На лайне. И не так полезен, как хотелось бы. Не знаю, Фентусе продолжает выбивать реген весь, который только возможно на миде. При этом всем 25 на 25 идут шторм вместе с Рики. Все очень ровно, все очень хорошо. На топе тем временем топовый нетворс у нас у ПЕЙО. И Виверн тоже получает свой фарм. Очевидно, немножко недофармливает в сравнении с Магнусом у нас Патч. Но зато у него 4 лоскита, так что у него все хорошо. Так, хук по крипу полетел. Бывает, не получается здесь доиграть качественно. Вот, тем временем Магнус умер на топе. Кек. Да, он поставился. Он стики не нажал, короче, ошибся. Бывает. Ну, LGD пока нормально. На линии развал, да. Развал есть... лиц просто идет. Единственный, кто не развалит, это Рики, но понятное дело, что развалит Рикимару Шторма в миде никак. Если никто не придет, не поможет, то просто эти бить крипчик. Вообще, уж сейчас... Шестой появился у Шторма, под него как раз выходит PYF для того, чтобы попробовать загангать на Финтусе до его шестого. В принципе, и после шестого уже тоже можно будет, потому что инвиз не так сильно роляет. Но Штормила готов заехать будет. Так, так. Станчик. Хорошечно. Причем, по-моему, на Финтусе ошибся, он ударил по Никсу, но Никс не нажал Крапас. Ну да, бывает. В любом случае, стянули двух саппортов. Вообще, шестером стоим на миде сейчас. Хаста появилась у Шторма, попытка убить Худвинка. Белка бежит, виляет хвостиком. Подстанила, хорошо. И Ксинкью должен умирать, но за это умрет Шторм Спирит. Стоит ли он того, конечно же, крайне сомнительно. Нет, да, да. В итоге Рикимару у нас еще и забирает фраг, это очень важно. Для Рикимару вообще где-либо делать фраги, потому что, как мы знаем, фармит он не очень быстро, ему нужен хотя бы один айтем, чтобы он разгонялся. А здесь просто приходят три героя и потихонечку кормят. В общем, развалченко. Понятное дело, что сейчас за фраги дают мало, и у нас LGD не сильно вырывается вперед, несмотря на то, что счет 7-2, но тенденция такова, что на легкой линии вот приходит Герокоптер в любой момент, Тиммер падает. Слово, его уже душат, смотри, Паджик пошел его кушать. Ну такое, не сказать то, что Old Eleven это волнует, с тем объемом армора, самое главное, регена. Да, нужен Гира обязательно, и нужен еще кого-нибудь, потому что, ну, будет круто. То есть Винтервет на сложной линии, она будет уже гонять Магнуса, потому что этому не есть, и она уже прокачала спилы. Смотри, они все перемещаются вниз. Все выехали за Old Eleven. Так, Ю дает ракету. Здесь рядом еще Фейбиан, у него есть 6-й левел, ультимейт от Виверны. Ну и, честно говоря, да, добивают. Юшечка тоже упадет, но Штормила сможет ли вообще отсюда уйти, потому что его тиммейты уже сожрали. Девай погиб. Это все просто. Пуч просто на фейзах дошел до него. Даже хукать не надо было особо. Ксинки пытается вязать. У него получается вязать. Там дичайшая ренжа была. Штормила уезжает, но у него не остается маны. Больше последние тычки на Финтусей добивает и его. LGD доминирует вообще. Да, вы скажете, 1000 всего, но 10-3. И все очень-очень круто получается у парней из LGD. Вичи Гейминг не могут найти здесь никакого геймплея. Да, и вот он Паджик, который на этой линии довольно прочно, его неприятно гангать, у него уже имеется худ, и попробуй убей милишника, у которого 1000 хп, сверху еще худ, стики, ну и купил он фейзики, у него еще сверху броня, то есть его очень тяжело взять. Рикимару, как мы видели, тоже довольно прочный, у него почти десятка брони, он сейчас бегает постоянно в инвизии, тут такая ситуация, что непонятно чем заниматься. Никс Ассасину, Игрим Строк, есть два саппорта,
Они думают, а что нам делать? Лес мы особо не фармим, а если куда-то мы уходим, Ну, играть со штормом надо, очевидно. У него шестой хотя бы, да? То есть шторм не то, чтобы прямо сейчас хочет быть суперактивным, но ему приходится быть активным, потому что по ее... Да. И в итоге они такие приходят... Они один раз пришли к шторму, в принципе, неплохо попробовали, там шторм задавил, сделал ошибочку, и в итоге сейчас вот они... вот это единственный герой, с которым они нормально вот... На боссе сожрали Тимберсо. Ну, для Тимбера эта игра закончена по факту, то есть вы сами понимаете, две смерти подряд, это... Ну, а на самом деле у него всего четыре смерти. Это очень-очень грустно. Тимберсо — это герой, который очень-очень хорошо сноуболится на лайне. И он обязан выигрывать свой лайн. Другого опции у него не существует, но мы видим то, что он ее проиграл в салат. Ну, на самом деле, он не виноват, конечно. Пуджу отдали 2 килла в самом начале игры, и очевидно, что Ами засноуболился просто. Да. Как бы Димас. Это же еще и лейт. О, он единственный минус, что он вышки не особо бьет, да, и Рошанов не быстро забирает. Тут вообще никто не бьет вышки и Рошанов, если да, что. Да, такой вообще драф, что можно бегать 24 на 7 воевать, но зато у него будет много силы. Да. Много силы. И Гирыч. Нагло. Очень нагло себя ведет. Там стать, кстати, Штормом удачит, и он влетает. Но Шторм боится, потому что рядом пачку, он может подсейвить. Да им вообще Игорь не хочется сейчас драться, у них очень мало ресурсов на драке. Ю, влет от шторма, сразу же смокскрин, и, по-моему, да, все-таки вышел на ногах, но Тимбера продали. Как продали, тут просто соло-килл. Он сам себя да, продал. Да. Я не думаю, что ему надо возвращаться на этот лайн просто больше. Ну, я бы уже на месте Тимбера ушел бы там наверх, например, потому что сверху стоит Никс, получает текст, если у Тимбера все настолько плохо, то можно Тимберу сверху получить текст, хотя бы дособрать ход, чтобы его не так быстро пробивать магии, ну, а потом уже подключаться к любому движухе. Саблю по ее летит, так что в целом у него, ну, у него, в принципе, на карте у единственного все хорошо, да, с точки зрения именно Вичи Гейминг. Всех остальных душат, шторма душат, Тимбера душат, на Магнуса внимания вообще никакого не обращают, считая то, что это, видимо... Не такая большая проблема, ну или то, что перетягивать сюда сложновато. Кстати, Double Falcon Blade. Это вот классическая мета Керри Виверн. В нынешнее время еще Вичуху любят собирать, но здесь Вичухи уже, видимо, не будет, потому что три меча это уже слишком. Та ты. Помнишь, когда это было время, когда все покупали Драгонленсы? Там по две штуки, там, по три мипари, вообще по пять. Это то же самое и Falcon Blade, он сейчас чем-то похож на это. Да, согласен. Таты дают шикарные. Это дают шикарные, но, честно говоря, ощущения от них не такие высокие. То есть, ну, потому что мне сейчас кажется, интервьюер не так часто в драке приходит, да? То, что у него 1400 хп, а толку, если она, ну, по сути... Пошла ракета, Дивай умрет. Ну, тут уже без вариантов. Да, Финтусы рядом. У Рики вообще шикарная игра. 3-0, все очень легко. Причем эти фраги не то, чтобы вот прям, знаешь, там он на грани, знаешь, был когда-либо, или надо было кнопочки нажимать как-то круто. Ничего подобного, просто ходит и бьет. Ты совсем понимаешь шторма, зачем он сейчас пытается вот реально какую-то активность на карте производить, учитывая, что у него ПТ и больше ничего. Ну, то есть очевидно, что пока у него не появится в этой игре айтемы, он такой лакомый кусочек, ну, для кого угодно. Да? А ему негде фармить просто, что ему делать? Вот, ему негде фармить, поэтому можно попросить уважаемого Магнуса уйти с леса и подфармить хоть что-то, потому что, ну, Кэрри, Магнус и Саппорт Шторм — это не самое лучшее, что есть в доте. Да, могло быть наоборот, и было бы хорошо, да. Да, лучше что иметь Кэрри Шторма и Магнус, который просто ТРП, так как здесь, если у Шторма вот он вот так вот останется, да, поэтому всё. О, Смакетский спалил ПВФ, молодец, красава. Красавчик. Да, прям, ух, жук, паук. Там тем временем стаки должны зафармить, да? Зафармили стаки, молодцы. Отшей там стакали, опять же, это все зафармлено было. На миде Гирыч и Ами. Хук. Сила вот. Сюда. Сила-то сила. Сюда. Вопрос-то в том, что еще кулдаун отдали в пустоту. Шапшутер прямиком Никса. Никс Ассасину больно его добивает. Ами, потому что у него уже блинк. Ой-ой, пытается дать вообще РП хоть куда-нибудь, но у него тиммейтов нет. У тиммейты в лоу-граунде. Они пытаются здесь бороться против саппортов. И мне кажется, Штормила тоже отдаст свою жизнь сейчас. Да, но это КГ вообще полный. Такой развал кабинетов. Это уже бегает паш, 1600 хп. 1600 хп с пассивкой первого левела, и здесь, чтобы его убить, нужно вообще потратить все ресурсы. При этом вместе с ним, как мы видим, команда фигня не страдает, они просто бегают и активно помогают стакать силу. Ну и очевидно, что все вот эти вот герои без этого, они вообще ничего не могут. То есть Тимбер ему просто уничтожили сноубол, Шторм продолжает бегать, у него всего лишь навсего одно ТП меньше 1000 хп, ну и Магнус, ну это Кэрри Магнус. По-прежнему, как не вызывал он доверие, так и... Да, как не вызывает, да. Но тут момент в том, что мы ждем просто Кэрри Магнуса с его блинком, чтобы РП дал, потому что других опций... Опа! Пуджар это зафидел. На Финтусей продолжает бороться против Элевена, убивает Никса, но Никса не жалко, а вот на Финтусей зафидел вместе с Ами. Это минус 2 кора.
Пошел Димас, вот он шанс, LGD будут просто в два кора лезть под вышку и их развалит вышка. Потому что вышку тут реально, конечно же, пробила хорошенько одного и второго. Fortification называется. Ну, если вы думали, что надо 2CL люди рофлят, да, то здесь рофлят покрепче. Мне кажется. С точки зрения объема бессмысленности поведения. Но, с другой стороны, Фейбиан продолжает фармить себя, гоним хочет. Я, кстати, реально не понимаю, почему он Вичуху не сделал. Виверна с Вичблейдом супер дикая и необузанная. Возможно, что решил, что не так это эффективно. Что нам просто не нравится. Ну, не знаю, слушай. Знаешь, есть игроки, которые БКБ любят собирать. Да. Например, Эйс. Угу. Приходит, драку погибает 6 раз подряд. Ему сносит трон. Он потом такой, ну ладно, жизнь заставила. Придется. Возьму в Рейв Кинга, и у него хотя бы 2 жизни без БКБ. Да. В общем, ну, может, он просто не хочет. А кто его знает? Блинк. Вот, смотри, блинк на Магнусе, все. Вот с этого момента бит лес бессмысленно. Чтобы он там не бил, чтобы он там не собирал, нужно идти хотя бы дать РП. То есть, да, ЛП? Может быть лес целую вечность. Хукан очень слабый. От Пуджа сейчас был, он находится совершенно вне позиции. Ультимейт от Виверны на подсейв. Пуджа, Пойо, готов в любой момент влетать, при этом всем на Пентуса, и здесь же связки, контроль пошел на Магнатавра, Магнатавр в ответ РПХу прямиком по Пуджу, и сколько бы у этого чувака ХП не было, там все равно разносит лицо, на Пентуса, и под кулдауном хорошо, можно сработать по двум, Пойо проседает, но в ответшку Элевен там нормально дэмэдж накидывает по Рикану, несмотря на Cold Embrace, Пойо на развороте, последние попытки хоть что-то сделать, у него ничего не получается, это тимвайп. Или нет? На развороте. Old Eleven под напильником убивает Nothing to Say. Размены корами на коров. У нас умерли все 4 игрока двух позиций главных, основных. Фейбиан тем временем носится здесь на артиберне. Штормила влетает. Ну и все. Фейбиана здесь должны похоронить. Дэмэджа магического хватит, несмотря на Cold Embrace. Все равно. Пудж при этом всем промахивается хуком. Мог бы подсейвить Виверну. Ну, по-моему, он хотел больше Тимбера, чем подставить Виверну. Что это за рофлы? Это вообще дота? Замес под вышкой. Вышка оказывается сильнее два раза подряд. Фигарим просто Т2, точнее, под Т2 дайвим, получаем чекрамы на лоу ХП. Ну, в общем, я не знаю, это, конечно. Ну, там просто, да, там просто стоит вышка, сколько там, секунд 15 где-то, может быть, даже 20. Причем они бежали мимо Т1 вплоть до Т2. И все эти разы вышка, она побеждала. Пока вышки MVP. Команде Вичи Гейминга лучше всех справляется с героями LGD. Это правда. При этом всем все еще напоминаю, у Нафинтуса нет диффузала. У него скоро он будет. Дофармить. Но он врывается в драке такой, да, погнали. Пофиг, у меня диффузала нету, пофиг, я пойду все равно поделюсь. Хочешь, такой думаешь, ну сейчас я фраг сделаю, как раз дофармлю, и что-то раз он погиб, два он погиб, он уже два раза подряд погиб за последние 3 минуты, поэтому надо взять себя в руки и дофармить, и после этого он будет в разы полезен. Но не только он, самое ужасное, что и Пуш, который наш сноубольный, великий Пуш, кстати, Аганим будет собирать. Напомню, что Аганим дает рот. Как будто у Пуджа рта нету. Но тем временем на миде Штормилу могут еще подцепить. Вся его команда на боте об этом прекрасно знает LGD. Это хорошее окно возможности было для того, чтобы залететь на Шторма. Решили не залетать. Возможно, не были в позиции для этого. И заход на мидл вышку будет производить LGD. Диффузал как раз таки появился. Теперь с этим диффузалом можно что-то варить. Слушай, вышки им явно не нравятся. Время с ними разобраться. Ну да, но бить у них будет миллион лет просто. И под вышкой сложновато, да, потому что они стоят вот аккуратненько в защите, уже сложнее попасть, потому что люди прячутся за елочками. Рикимар уже чувствует себя не так вальяжно в этой драке, потому что его постоянно видно. Ну, в общем, ну и самое главное, что Вичи Гейминг, они тут в позиционочке, да, то есть вот у них стоит центря, они все прекрасно знают, что их, например, здесь не видно. Тут у них стоит Вардис, они все прекрасно блядь. Поэтому я бы на месте LGD не дрался бы под вышкой, все, это единственная заповедь для этой игры, драться не под вышкой, а где угодно, на Рошане, в лесу, там, не знаю, любые вот эти вот замесы, где нет противника позиционки и вижен. Ну, получается, главная заповедь для Магнуса — это подвозить под вышку. Да, главная заповедь Магнуса, да, и устраивать замесы именно там. Да. Ну, все решили как-то почилить, я так понимаю, то, что хотят до своих основных артефактов добраться, а не драться дальше LGD, потому что именно LGD были главными инициаторами всех движух, у нас Switch стараются максимально пассивно отыгрывать. Во всех этих драках они не виноваты. Вот, тем временем по ее пойдет через БКБ, очевидно, здесь это топовый слот совершенно, потому что единственное, что пробивает БКБ здесь, это ультимейт Виверна и ультимейт Пуджа.
Так, Штормила, дропдаун, прямиком на белку, белка умрет здесь, кулдаун отдали, красиво, при этом все, Винтерскерс тоже был повешен, белка все равно умрет, несмотря на все попытки верно подсейвить, Шторм на лоу хп улетает с ультимейтом, Ю тоже погибнет, на Финдусе вообще стерла, я даже не понял где. Где убили Рики? Ну, в смысле, где убили, я знаю, но в какой момент вообще это произошло? Что на него потратили? В общем, саппорты Вичи Гейминг разваливают. Саппорты Вичи Гейминг сейчас это та причина, по которой они берут замес за мясом, потому что все решает вот два варда. Первый вард стоит показывать все, что находится на их половине, второй вард стоит здесь, и они видели вообще все. Если посмотреть на Vision LGD, они вообще ничего не видят. Вот мы просто нажимаем вот на F2 и видим область, в которой происходила драка, они просто как котята, которые бегают по территории, где у них вардов нет, и здесь, конечно же, уже молодец Коллер и тот, кто направляет. Управляет движениями команды. Так, залет от Нафинтусея, прямиком по Никсу, но здесь особо не важно, стан хороший, кстати, от UF, но это не имеет для него все равно возможности для эскейпа никакой. Т1 вышку потеряли LGD, контроль над картой постепенно сужается у них, на самом деле Вичи прям чувствуют себя все лучше и лучше. Связано это, конечно, с тем, что парни из LGD хотят дофармить себе довольно большие артефакты, да, то есть и Виверна Аганим хочет, и Пуш хочет Аганим, и все они пока что стагнируют. Radiant's bottom tower is under attack. Кого ты ищешь? Dire's middle tower is under attack. F1 кнопочка, чтобы все было видно. Оп. А, нашел? Да, знаменитая история. Так, так, так. Что, у тебя кнопки нету? Не, она все время просто слетает. Знаешь, а, понял, понял. Да, понимаю. Так, нашли Тимбера, у него мало стаков. Рики уже в Солярном снял половину, выходит Фаджик, хорошо. Вот эти ганги пошли, вот она, реализация Рики Мару. Есть подозрение реально, что БКБ надо форсить, или Айон на Тимбере? Вообще, есть подозрение, что тут БКБ надо всем. Вот если так присмотреться к лайнапу Вичи Гейминг, там же реально никто не без руки. Там единственный, кто без руки, немножечко Магнус. Поэтому если здесь Рики Мару купит БКБ, может быть, Фаджику стоило собрать здесь Бакимбар. Винтер и Верни даже в будущем пригодится, тут реально... Так, влет очередной, на Герокоптера тем временем размен еще на Дивай идет. Но при этом сам подсейв уже не спасет, но Штормила. Штормила может разменяться. Смокскрина, правда, нету. Добьют в любом случае Никса и Шторма. Чет, конечно, ганг не удался на саппорта. Не видели Вичи Гейминг, где находятся их противники. Фаджик идет, притягивает, замедляет, хорош. А РП куда было потрачено? Во что? Я говорю, РП во что было потрачено? История умалчивает. Окей. Ну я так понимаю, что он дал его в пуджа, типа, но все равно не выжил. Что, как, почему? Ладно, неважно, погибли и погибли, Вичи снова зафидели, тимвайп, отличная работа за гирокоптера. Опять же, есть подозрение реально, вот, что в этот раз варды не помогли, потому что, во-первых, их не было, они реально вообще не видели, где находится LGD, не понимали до конца их позиционки. И вот, они видели только, где находится пуш адекватно, и решили, что могут напасть на гирокоптера. Вообще, да, без Вижена Шторму и Магнусу сложнее. Там, да, у нас Магнус, мы видим, что дает РП не самым удачным образом. Шторм летает в ситуации, где его тут же накрывают, поэтому вот... На месте Вичи Гейминг вообще сейчас в идеале двигаться куда-нибудь, например, вниз, где вот у них вардия стоит, обновить его, постараться кого-то забрать, или просто немножечко еще пофармить, там вариантов много, так как в темноте они тоже слабы. Вообще, знаешь, наверное, вся игра — это it's all about инициатива. Как это, короче, по-английски, как надо сказать? Да, it's all about initiation, yes. Да, то есть здесь кто лучше синициирует, там Магнус, Фаджик, Интервьюер, там кто угодно, тот и заказывает музыку, потому что очень много решает, вот как кидают свои сплы. Это прикольно, это когда вот у тебя нет физурона, такого ярко выраженного, и почти все базируется на сплах, да, вот тут мы не считаем Рикимару, то даже отставая там 3-4 тысячи, или там даже отставая 6-7 тысяч, все равно очень легко устроить переворот. Короче, игра на кнопочках, на кнопочках. На кнопочках, да. Вот мое уважение. Вообще, игра на кнопочках, она самая интересная. Нам Вичи Гейминг вот где-то показывают. Да, да. Ну, им просто еще никто не показал саппорта пятой позиции Dragon Knight. Ага. Они, походу, еще не доехали. Но я уверен, кстати, что Китай наверняка это позаимствует, потому что, ну, штука очень сильная. Помимо того, что мы видели пока на D2CL, возможно, увидим еще на ESL, который будет, очевидно, посерьезнее с точки зрения состава команд. Вот, и я еще, честно говоря, еще и в паблике затестил, реально жесть. Особенно он круто себя показывает в моменте, когда у тебя вот, ну, если, например, линия тройка-четвертка очень сильный, там, условно, Тимберсо, да, какого-нибудь, и твоего сейфлейнера выгоняют там с 5-6 левела в лес, ты можешь, в дефолте ты своим саппортом там умираешь. Да, ты не можешь там нормально лутать экспу и так далее, на ДК можешь. И это круто. Так, тем временем смог на смог, у нас здесь ганг-отряд пошел, хукатами будет? У меня пока не будет. Но мы ожидаем. Блинк, хук! Нет. Страйк не приехал.
Станчик тем временем против Тимбера. Возможно, стоило под стан сыграть Ами, но Ами хотел красиво просто. Знаете, попадать хуком под стан может каждый, а вот просто так, по ощущениям, захукать нет. Так, снова попытка второй инициации. Залет. Отличное ШРП от Магнатавра по всем. Тут просто развал лиц. Как же жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой делает. Больно, очень-очень больно. Ну, Магнус красавчик. Да, он молодец. Но красавчик тот, кто вард, поставил, да? Вардец. Вот он красавчик, потому что, по сути, сейчас этот вард, он дал вообще весь необходимый вижен для Магнуса, чтобы тут ворвался красиво. Угу. И наоборот, LGD у нас чем-то напоминает мне сейчас Hellblur Smashers, которые вот вчера у нас играли. И они вообще всячески отказывались покупать все три варды. Они там Никс Ассасин у них воровал, а Aegis, когда они имели большое преимущество. Тут мы видим, что они ставят опсы, но заранее не проверяют, а если у противника опс, и вот за отсутствие этих сентрей противники наказывают. Так, давай посмотрим с тобой коэффициенты. Давай. Так, а их пока нету, поэтому посмотрим с вами промо. А именно, получайте бонус на 100% к первому депозиту, друзья. Кликайте снизу по баннеру по трансляции на приматч. Вот, а мы, соответственно, продолжаем наслаждаться великолепной дотой на грани, так сказать, на кончиках пальцев, я бы сказал, здесь исполнение пока что. И кристаллис. Кристаллис от Магнуса также появляется. Так, какая вторая заповедь против... Нет, какая первая заповедь против Магнуса? Не вставай вместе. Да. Пока LGD не справляются. Угу. Это странно, причем у них герои, которые могут стоять в разных местах, да, у тебя подбрингованный пуш, у тебя Рики, который любит с бэклайна наступать, там, с боковины Виверна, Герокоптер, которому не надо в файте находиться внутри, и Худвинг, который супер далекие спылы имеет. Все они могут не стоять. Но они реально как-то вот все вместе оказались, это безусловно ошибка. Соло килл на Нафентусе, его спалили на боте в лесу. Тем временем попытка убить Тимбера, Тимбера, мне кажется, то, что она хоть с одной стороны будет успешной, с другой стороны у РП еще 12 секунд. РП 12 секунд, по ее не хочет драться, Штормила, конечно, влетел здесь, но мне кажется, что такое себе. Ждем Магнуса, ждем его прихода. 5 секунд до РП, 4 секунды до РП, 3 секунды до РП. Штормила разменял, по ее влетел, но он все еще был без РП. Зачем он влетел, непонятно. Просто отзонил шторма. Окей. Прожал БКБ, отзонил шторма. Если БКБ закончится, можно попробовать на контр-инициативе сыграть от Ксинкью, но нет, не получается зацепить никого, так что. Разменялись Рики на двух игроков Вичи Гейминг на саппорт и третью позицию. Ну, у Магнатавра теперь есть ультимейт, но нет БКБ. Кстати, он взял себе еще и Хорн Тос, так называемый. А именно шард. Ой-ой-ой, еще именно Гримсрок здесь подставился. Девай. Девай, честно говоря, не самую лучшую свою игру исполняет, но зато варды крутые ставят. Сейчас потом кому льду ходит Вичи Гейминг, потому что они купили гем. Вот ранний гем, если не дай бог, шторм умрет. Uh-huh. А предпосылок к тому, что он здесь погибнет, их очень много, потому что даже несмотря на то, что не имеется БКБ, тут нет ни гарантии выживания, так как там имеется паджи контроль сквозь БКБ, имеется Видр, верно, который обязательно может сутить шторма. Здесь отдать гем — это приговор самим себе. Но шторм, пока у нас гем не дает, он продолжает активничать, находит паджика. Паджик лупит, он падает мгновенно. Uh-huh. Да, да? И, ну, шторму сейчас нельзя ошибаться. Шторм сейчас это герой номер один для фокуса для LGD. Если выбить гем, вот Рики будет счастлив. Да, также могу показать вам коэффициенты на вторую пока что карту, потому что на первую они пока закрыты. 1.65 у нас на LGD и 2.15 на Vichy Gaming. Такой вот у нас набор. На топе тем временем продолжается веселье, сносит товара. Дорошана еще очень долго, напомню, что из шторма выбили Аегис. У него, кстати, гем еще внутри, что супер важно. Но мы видим, да, что вот... Я бы сказал, что, в принципе, радостно после условного ДДВЦЛ и вообще европейской СНГ доты смотреть на то, как работают с виженом китайцы. Это правда кайф, это, ну, определенно очень-очень большой объем работы. Даже на таких матчах, которые типа онлайновые лиги, групповые стадии и все остальное, даже там они умудряются запотевать по поводу вижена. Это, конечно, еще связано... Количество сентрей, конечно, еще связано не только с дивиженом, но еще и с тем, чтобы Рики палить постоянно. Так, походу LGD хотят вместе снова драться. Понимаю то, что они теряют инициативу в этой игре. У Пуджа уже есть половина БКБ. И вот с появлением, наверное, БКБ на Ами уже будет попроще. Мне кажется, вот этот форс Аганима был определенно не самым лучшим решением с его стороны. Он просто не живет такое количество времени.
Я вот еще подумал по поводу коэффициентов, ты все время напоминаешь. Вообще, вот в такой игре как-то, знаешь, ну, они просто бегают вместе, и сначала один делает минус 5, потом второй делает минус 5, поэтому тут коэффициент какой... Да, черт его знает, самое, наверное, простое — это 50 на 50 вот именно в такой игре, и да. Там дальше как оно пойдет. Ну, я бы сказал, что сейчас больше шансов не только, ну, у Вичи не только, потому что нетворсы, да, потому что, наконец, у Магнуса появляется физуха. А ответной физухи в таком объеме нету и не появится в ближайшее время, потому что Nothing to Say, ну, не наносит столько дэмэджа, сколько сейчас Магнус его будет наносить с Дейдоусом. Медленно. Вот когда он раньше там бегал, например, с Магнусом, или когда, например, некоторые Рикимары собирали БФ, была у нас такая мета, там Рикимару хотя бы мог выйти в полноценного кэрри. Но здесь из-за того, что он бегает, у него Яша Диффуза, он очень медленно фармит лес, плюс этот лес собирает другие игроки, а Магнус с Эмпауэром, он лес чистит вообще моментально. Получается так, что Рикимару, он уже так медленно, наверное, превращается... в мини-суппорт, вот если посмотреть на его нетворс, да, его уже потихонечку догоняет белка. Так что он как корн уже из игры выпадает. Ну, смог скрин кидает, да, там, и саппортов напрягает. И все. Это его цель по игре. Может быть, выжечь немного маны шторму. По ее тем временем сносит Т2 вышку. Контроль над картой переходит полностью в руки Witch Gaming, это понятно. Ну, не полностью, конечно, они еще не загнали на хайграунд своего противника. Но вполне вероятно, еще одна-две драки, и это произойдет. Магнус с Дейдалусом, к нему летит рецепт, замечательно. А манта тем временем появляется в руках у Рики. Выжигать он уже будет побольше. Маны. Интересно, что здесь конкретно в этой карте Никс Ассасин пошел не через Аганим, который мы с вами привыкли видеть постоянно в рамках Европы и СНГ. Сейчас у Никса Юул и Форстав. Ты его можешь притянуть же в этом, когда он закапывается. Да. Хуком можешь, правда. Тем временем пошел фокус на Рике. Отличная цель, можно убить, но подсейвило хорошо Виверна. Тем временем Тимбер разбирали тут под ультимейт, точнее, под хуком Пуджа. Убили Рике. Но продолжение здесь драки никакущее для LGD. Хук на шторма. У шторма есть мана, но его убьют. Или БКБ. Это пауза. Шторм спиритаут, я бы сказал, и Пуджа теперь уже просто зарпешили и убили по ее красава. Очень долго солил свой РП, в конце концов нашел самую оптимальную цель, именно второго кора. И убил его. 10к перевеса. Да, здесь чуть-чуть не хватило, знаешь, здесь чуть-чуть не хватило, чтобы забрать Тимбер, он убегает на 20% хп. Чуть-чуть не хватило, чтобы добить шторма, у которого был гем, чтобы можно было выбить. И здесь, ну, в общем... Просто Witch Gaming лучше подрались только из-за того, что они начали драку первыми. А там уже остальные подтягивались, кидали все подряд, но не скоординировались, они били разные цели. Да, но Push Fish, я думаю, что он начнет очень много дамеж наносить с БКБшкой. Потому что сейчас он в этом файте выдал 4.5. И да, очевидно, что он будет жить и давать. Да, сейчас проблема, да, что противники становятся все плотнее и плотнее. И здесь уже что-то Тимбера как-то неожиданно 3000 хп и 40 с лишним брони. Магнус там бегает, критули вписывает, ну, почти по косарю, да. То есть у него уже такая проблемка, что ему помимо вот БКБшки еще нужна броня, потому что да. Сейчас его сурки, ему конкретно наваливает Магнус. Ну, ты посоветовал бы Шиву или Кирасу? Наверное, Шиву здесь, да? Силовиков много, регена много. Ну, как вариант. Раз. Что угодно, черт возьми. Я вообще просто тотмейл купил, а дальше бы не заглянул. Окей, да, это чисто платину зарубить себе казуально. Там посмотрим. Ну да, пока еще БКБ все равно нету, так что это не так важно. Ждем, когда Ами это дело докрутит. Old Eleven тем временем с худаком Лотусом. Ну, не, это не ганг уже. Он уже уходит моментально, быстро реагирует. Не жадничает. Пока вся эта движуха происходит, очень хорош Никс, как вот ферспик. Он, несмотря на то, что у него не самый высокий КДА, и по нетворсу у него все так себе, он очень хорошо отыгрывает, ввиду того, что он всю игру засвечивает. Просто эти вот его засветки, где он бегает, там постоянно кого-то находит или помогает поставить вижен, приводит к тому, что Witch Gaming все время где-то на 5 секунд там впереди. Они начинают драку первыми, они врываются всей толпой, сразу делают минус один, и вот Никс, он вот в Китае, я вот чувствую, как вот он реализуется. Вот, допустим, в нашем регионе он не так часто заходит на ферст пик, да, но вот в Китае здесь он прям отрабатывает по полной, раз за разом. Господи, то, как смешно выглядит белка, когда они используют спайдер лекс, это просто жесть. Посмотрите в следующий раз. Анимация отличающая совершенно. В то время по смокам тут парни из LGD решают зайти, хотят навязать драку, понимают, что они иначе проиграют, просто фокус на Тимбера, но Тимберу плевать на все, у него Лотус. У него очень много Bloodstone. Выживаемости здесь, Bloodstone, да. Это же жесть. Которую надо фоксить. Да, ну это правда. Но они кого увидели, на того и напали, что называется. Тем временем БКБ заканчивается у Пуджа, он не жилец, скорее всего. Верно, уже погибает, гирокоптер байбекается. Но это не поможет. Пудж в мер.
Ну да. Ты знаешь, тот самый, когда ты видишь перед собой Тиммера с накинутым на себя лотосом, ага. С шарью, которая дает сверху еще магический резист, у него так-то нормально. 54% магической защиты. И еще сверху у него бладстон, он может себя в любой момент похилить. И они его реально пытаются убить всей семьей. Это вообще без вариантов. Я же молчу про Рейген. Там Рейген просто заоблачный. Да, да. А, довольно странная атака, давай скажем так. Второе, Рошан, сыр Аегис, Люшард. Ну, Димон, было бы довольно странно, если бы вот реально вот на такой стадии, без блокинг-баров, на самом деле по-прежнему осуждаю отсутствие блокинг-бара на Рикимару, я считаю, что здесь, когда там 5 героев бьют магии, блокинг-бар мастхэв, осуждаю отсутствие блокинг-бара, потому что он реально, ну, его просто смывает в АОЕ. Вот не совсем понимаю, зачем ему манта, вот честно, вот я вижу там, вот эта манта, он ее нажимает, и она просто умирает сплэши от раскаста Тимбера, кстати, его убивает. Да. Вот сплэша Магнуса, ну, эту манту нажал, толку вообще никакого от того, что нажмёт свою манту, это просто лишние бабки для противника, вот, ну, иллюзии, лишние бабки, все. Тот момент, когда ты пикнул инвизера, а тебя контрит другой инвизер. Просто боль какая-то лютая. ПВФ очень много работы делает, конечно. Да-да-да, и вот он уже не боец, он просто не может нанести урон физически вообще, и никак он погибает от спылов. Так и есть. Бег, кстати, тоже добралась у нас до Ганима. Это как не бы, следит там, ты говорил. Хорошо. Но когда она спайдерлексы нажимает, да, это вообще мем. Я не могу просто. Это выглядит очень-очень весело. Ну, она сейчас не видна. Забралась деревья. Все равно следим. Подпармливает. Тэп-аут. Понял, да? Ты думал, ты бруда? А нет. Сорян. Ну, слушай, там... Одолева на фокус. Это попытка номер два. Причем втроем, без Рики. Попытка убить его. При этом всем заканчиваются ПКБ у Пуджа. РП. До свидания. Ну, это тильт. Прохладная история, да. То есть опять бьют Одолева. Опять он выживает. Опять он нажимает бластон. Уже бегает у него 1500 хп. Но ты видел, как он среагировал? Что вот это реально вот у нас. В нашем регионе там какой-то Гилгир бегает. Это белки там подпушивает 15 минут. Его особо не оказывают. А здесь... Он только кинул нюк из, вот, из леса. Из леса, да. Сразу, у него сразу кидается шторм, просто моментально, в секунду. Слушай, это мощно. Ну, я думаю, то, что на самом деле еще и понимали вообще, что происходит. Ну, штормило, имею в виду, готов был влететь. ПВФ, заход на ХГ, nothing to say. Аигасом готов заезжать. 25 тысяч уже слишком большое преимущество. Че, как думаешь, будут они снова Тимбера бить? Или не догадаются? Да, зачем? 24 тысячи перефарма. Я думаю, того, кого выкакают на ХГ и пуш, того и будут бить. У него 40 с лишним брони, уклонение, бладстоун. Ну ты понял, короче. Почему вичи отходят? Что происходит? У вас Аигис, 25 тысяч перефарма. Сколько вам еще нужно? Тележка! Ты забыл сказать самое главное. У вас тележка. Тележка. Тележка была. Все, что ты сказал до этого, Димас, это не важно. Не имеет никакого смысла, да. Но на самом деле эта игра реально может зайти за там, типа, за тир 5 шмотки, потому что мы понимаем, что Виверна шикарно отпушивает, Белка шикарно отпушивает, Пуш, это персонаж, который всегда тебя напрягает по поводу того, что ты стоишь у ХГ. И Герокоптер, соответственно, то же самое, это хороший отпуш. О, есть трота, и они придерживаются. А учитывая, что LGD сами регулярно выходят с базы, может они еще раз выйдут и фиданут? Давай посмотрим. Классический байт от тебя, да? Парни, выходим, да. Фидим, заканчиваем, конечно, игру. Ну да. Ну блин, тут тяжело, тут слишком все одеты. Я тут уже смотрю на Рикимару, в кого ему прыгать? Так, коэффициенты на матч я могу вам показать теперь. У нас там 1.4 на Vichy Gaming, на всю Best of 3, да, Штормило забирает Герокоптера. Тем временем врываются в Пуджа, Пудж БКБ, тэп-аут, если рядом по йо-йо рядом нету. Тем временем подстанили Рики, но Рики, конечно, Димас, вообще уже не герой здесь. Я же говорю, страта работает, смотри, они сами выходят, фидит, и вы заходите, да. 5-3. Да. Рабочая стратка, пользуйся здоровьем. Спасибо. Я, знаешь, что прорал так? Хук. Пошел, Тимбер, байбек от Рикана, при этом все, мы видим то, что Белка промазала, по-моему. Шарпшутером, да, так и есть, соответственно, пассивку не сбила. ПВФ хавает сыр. И Пуджара разлетается на маленькие кусочки, на что у него нет БКБ, КД, 40 секунд еще. Штормило танкует, у него есть Эгис, ему плевать. Вылетает на финтусей, ставит тучку. Но это реально жесть, типа, как зайти на ХГ, когда здесь тучка? Вы чего? Невозможно. Физически.
Не, ну вот с паджиком нормально, если тут паджик по Т4 кого-то забирает, то там есть шанс развалить хоть кого-то, и если бы это был не Тимбер, то там по-любому кто-то отъехал. Но Тимбер, ну черная слышал, а это сейчас надо просто пригениться. Ну, по ее пригенился, сейчас станик бы... нажал, просто двух припов убил, фул хп. Да, сейчас бы шторму манку пригенить. Вообще, не знаю, можно домой слетать, просто пригениться на фонтане вернуться. Так, плет у нас, под спорт. Видел, видел, как Магнус умеет? Красава. Да. Это шарт, это шарт. Это прикольно, что рабочие. Угу. Я бы сказал, что ему вот не доставало, да, такого маленького стана. И очень круто то, что именно шарт придумали такого плана. Что было ощущение то, что герои не... Ну, это как с Тайдом. Вот у Тайда ощущается, что не хватает мини-стана. Чтобы не тратить равагу на какой-нибудь там тэп-аут или еще что-то в этом роде. Да, и вот герой отдал равагу, хоп, ты уже... У тебя тройка без стана. На следующую там 140 секунд такой. Ну ладно, классная тройка. И, конечно, она функциональна и крутая, но мне тоже хочется, чтобы у Тайда был какой-то мини-стан на шарде или на чем-то. Ну, еще. Когда-нибудь и Тайду что-нибудь веселенькое придумают. Вот Магнус, видишь, придумали, нормально. Там ну вот, кстати, шарт на Тайде просто полный юзлес по факту, да. Ну, то есть, если мы не говорим про керри Тайда, который там ТХД, да, формата с дезолятором и всем остальным, то шарт на Тайде вообще не роляет совершенно. Если ты не помнишь, он бьет по зданиям, этим, Иван, третьим сполом. Ну, дай время геймдизайнерам, потому что, ну, Москва же не первый раз строилась, так-то это у нас правда, многие вещи переделывают. Может, что-нибудь придумают интересное, потому что сейчас мы видим, что Магнус, он регулярно появляется уже в играх сильных команд. Паджик, что-то прям по пуджу фигарит просто максимально, ему пока плевать, но БКБ закончилось. Что делать? Ну, спасся. И я уверен, там что-нибудь переделать, что-нибудь хорошее. Я мечтаю, например, чтобы Мирани Аганим переделали, потому что, при всем уважении, ну слабенько, я не знаю, вот. Да, опа, да. Опа, сюда. Сюда, и что дальше? Там было 4 героя рядом. Притянул сам к себе смерть, да. Ну, верно, хилит нормально. Живем, хилимся, продолжаем. РП не отдает по ее, говорит, нафиг надо. И так убьем. Что за дота? Что за вудота? 37 тысяч, они все еще отгоняют от хайграунда своего оппонента. О боже. 36 на 40 минуте. База стоит. Еще ни один барак не упал. Да. Интересно, сколько вообще денег дадут, вот если убить сейчас Магнуса, Тимбера и Шторма? Вот три героя, допустим, главенно падают. Сколько заработают вообще LGD там? Не знаю, пятеру минимум это, а может быть и больше? Да, думаю, больше даже. Это же колоссальный период, черт возьми. Я не помню, последний раз, когда вот игры длились, ну вот, последние, наверное, 3 месяца, вот, до 38 тысяч, игра продолжалась. Обычно я последний раз видел вообще Blink Dagger на Тимберсо. Я Тимберсо не так часто вижу. В смысле? Он постоянно у нас в драфтах. Ну, на такой стадии обычно игра заканчивается. А, ну да, обычно заканчивается. Обычно Петушара уже на 25-й минуте базу ломает, и люди пишут, что ГК у нас было недавно. Потому что, камон, Blink Dagger, причем Overhelming, самый слабый, по признанию абсолютно всех. Ну, его немножко поапали. Подожди. Твоя задача добраться до Винтерверна. Больше ничего не надо. По сути, единственный герой, который убивает, это Винтерверна. Вот если до нее добраться, то не будет этого периодического урона в процентах. Будет хорошо. Надо ее прогнать. То есть вообще надо прыгнуть в нее, дать ей алибарду, чтобы она не била, дать ей там первую, вторую, ульту и ехала. Вот что им нужно сделать. А Винтерверне, следовательно, нужно размансить. Вот, блин, LGD не хватает, короче, еще одного героя с пуджом, я не знаю, либо какую-то течку, чтобы мины стояли, он хукал, либо, не знаю, второго Магнуса, который вот, он паджик хукнет, а Магнус потом еще на фонтан уйдет. Там не хватает. Во-во-во-во, белка снова на этих, на спидах. На спайдер-лаксах. Сейчас будет. Мы только ради этого здесь, правильно? Мы только ради этого. Я даже приближу камеру. Ну нет. Кусты не видно ничего, ладно. Замес. Пофиг, замес, ну тут Паджик как бы да. И чё он сделает сейчас? Golden Brace. Залетает на Виверну, Виверна умерла, Рики умер. Паш не попадает куками тем временем. Тут даже, знаешь, тоже на замес похайпить, ну 40к перевеса, здорово. Короче, игра была веселая. Не, ну да, в смысле крутой, прикольный пик. В общем, Магнус купил блинк, понеслась вот. Так можно охарактеризовать эту игру. Да, да. Но Магнус, правда, вот все то время, пока его команда страдала, он то и делал, что фармил. А в конце концов, дофармил до своих ключевых артефактов. Молодец, выиграл игру. И РП, вот этот четверых, троих, которое было у нас на миде, по факту полностью перевернуло игру в их пользу до самого уже конца. Вот, а мы отправляемся с вами на небольшую паузу в ожидании, соответственно, следующей карты.